Доброе утро, дорогие друзья! Сайрам намасте! Сегодня суббота, 17 июля 2021 года. Лифт не работает, я даже уже не знаю, какой день. Вот. Но суббота, это значит субботний овощной рынок. И идем. Саши уже пошел, он говорит, я побреюсь. Леночка с Федором тоже ушли. Тут тоже ушли. У нас события. Ой, а что у них там? Аквариум, что ли? Аквариум. Посмотрите-ка в правом углу дальнем. Белый такой кожаный диван, телевизор, горка. Молодцы. Совершенно по-современному живут. Это, мне кажется, как менеджер, вот, который собирает за деньги раз в году за обслуживание, за лифт. Вот. Вот мне кажется, Сайрам, мне кажется, они вот сейчас вот огорчены лифтом. Может быть, из-за этого она ругается. А может, другие проблемы. Привет, Лаки. Слышала, как вы всю ночь лаялись. Лаялись в хорошем смысле этого слова. Лаялись в смысле лаяли друг с другом. Перелай. В деревне стоял перелай. Прям даже страшно. Смотрите, каким узлом завязали. Идешь, и эти провода почти твоего роста. Вот так вот, видите? Раз по башке. И... это третий глаз открылся, что-нибудь такое бывает же часто такое, что получил высокую дозу напряжения и экстрасенсорные способности появились. Не хочется таким образом. Зачем они нужны, такие вот экстрасенсорные способности? Как Йогананда писал в своей книге «Автобиография йоги», да, что сверхспособности, по-моему, это он писал, что сверхспособности – это просто цветы на тропе, которые вырастают, вернее, появляются, когда ты идешь, когда ты занимаешься йогой, когда ты развиваешь сайрам. Ах ты вот хулиган, вот ты хулиган. Нет, вот тебе больше не дам никакого я тебе шоколада. Я и не давала шоколада. Вот что они там наговорили, непонятно, но Саши должен провести с ними разъяснительную беседу, что они мальчишки-хулиганы. Вот, так что я говорила-то. В общем, когда, допустим, йога – это единение, да, единение с Богом. Человек занимается йогой. И вдруг у него проявляются какие-то сверхспособности. Но это не цель, допустим, йоги. И не цель каких-то других духовных практик. Это просто побочное явление. А цель другая. Цель действительно единение. Вот. Ну, в общем, заканчиваем философию. Жарко, да. Вот вроде бы и пасмурно, но жарко. Вот. Я ему, да, пошли на шопинг. Я ему, вот нашему Тейлору, я ему отнесу мои наряды, но я сейчас их постираю пока в машинке. Вот сейчас я закинула пока оранжевый, а отдельно буду стирать, потому что не знаю. Мне кажется, они все будут линять, и я... сейчас каждый отдельно постираю, а потом отнесу, чтобы они уже сели как надо. Чтобы все было по уму, потому что один наряд мне нужно отрезать купон от основной ткани, потому что там цветы вытканы неправильно, как мне кажется. Побрился? You make shaving? Yeah. Красавчик. А это что такое? Why? А, новый какой-то пластик. Вон дедушка наш
Дедушка, солнце мое. Сайрам говорит, куда поехали. А, давал уже 10 рублей. Ну, так что, дедушка, ты тут мне А сейчас, говорит, он еще просит идли-идли. Смотрите, что тут строят. Идли-идли-идли. Я, говорит, когда рядом с рестораном, я его кормлю. Он, говорит, весь день в аутсайде. Так, ну что, наверное, этот час прошел, когда запускали. Утром мы не пошли. Вот time now. 10 минут 12-го. И, значит, да, в 9:30 вон еще какая-то VIP-персона, видимо, едет. Или семья VIP-персон. Вот, в 9:30 запускается до 10:30. Час после. Ага. Она не смотрит. А, новые брючки одел. Ну, цвет-то красивый, а вот стирать-то как мне потом? Иностранцы все без масок ходят. Да и индийцы через раз. Я просто сейчас смотрю, куда мне маску одеть, на руку или на нос? Или хотя бы на подбородок. Вот идет торговец без маски. Вот без маски мужчина. Чисто символически я одела на руку. Вот без маски. Вот нищий, один совсем без маски, у второго на бороде. Дети без маски. Вот женщина и с ребенком без маски. Ну, я так понимаю, что уже нету строгости. Давай, все, останавливаем и пойдем потихонечку. Это not big. This not big. Also today we will buy sweet potato. No, not big. Ну вот ничего вроде бы, ничего, мне бы побольше. 80 рупий. Этот за 80, тот за 100. Кеджи? Кеджи. Килограмм. 100 рупий, 1 кеджи, 80 рупий. Угу. Сейчас, I want sweet potato. Так, томаты, I think 3 кеджи, we will make juice. Мы сделаем сок томатный, если останется. Мети, кориандр, два мети, no problem, but good color, да. And darling, also, how much? 10 рупий. 10 рупий. 5 рупий одна. And this, mint. Мята. How much? 10 и 10. And this coriander? Coriander. I think 2 coriander. We will make maybe coriander chutney. Мальчик продает корзиночки с велосипеда. Такие. Дай. Мы хотим кокоса выпить. Сам, видимо, плетут, наверное, мама помогает. Не знаю. Но ему вот эти корзиночки надо продать. Очень вкусно, сладко. А это вот вада.
тоже очень вкусные. И вот такой вот перчик они тоже делают в кляре, как покоры, как покоры такой кляр. И что-то еще она там обжаривает. А что она обжаривает? Капустные листья, что ли? This is cabbage. Bengal. Bengal? Bengal. А potato? Ага, картошка. Картошка, покоры картофельные. Тоненькие-тоненькие, порезанная сырая картошка обваливает в муке, вернее, в тесте бесон, из муки бесон. Иногда в таких маленьких кокосах так много жидкости. Sometimes small coconut has so many water. Water. 700 рупий. 700 написано на корзинке. Ширди Саи, Парти Саи. Трейдерс. Сегодня надо купить бананчики на 20 рупий, говорит, дай мне. Мы же сегодня хотели, Аша обещала, ну вот иногда, смотрите, что-то как-то много. Или нет? Вот это на 20 она. Ну, много, она дала много. Имбиря, вот какие прямо горы. Горы имбиря. Давай, 3 кейджи, да. 20 рупий томаты, большие, хорошие. Сделаем сок. Хорошо, and cucumber. Самой сложно выбрать. Хорошо, когда они прям дают, да и все. Сайрам, привет. Бас? 1 кг. 20 рупий килограмм. Томаты 20 рупий килограмм. Ну, на килограмм там 4 больших вышло. Тут один, наверное, на 5 выйдет. Чуть под машину не попала. Тетенька. Говорю, купи фасоль. Он говорит, я уже устал, я его закормила фасолью. Сайра, какие дети вежливые. Сайра, we need one for cake. One piece? One piece, да. Эк. Саши говорит, оставлю. Не, с лимончиками воду предлагает. Я пью дома с лимончиками воду, но свою воду. Эк. Вот опять эти трактора, их недавно продавали на улице. It's not big garlic. Гарлик небольшой чесночок. Мы хотим большой чесночок. You will not get bigger than this. Да, 1 pound. Да, 250 грамм вот этого. Это нам полкилограмма сейчас на видео. Поменьше, да.
Чеснок стал у нас хорошо идти с тех пор, как я стала делать его вот прямо в кожуре или как там, во все и в карри кидать, и особенно в бирьяни рис. Это во все, что можно потушить какое-то время. Во многие карри стало добавлять много чеснока. Нравится он нам. Ну, наверное, не зря нравится. Наверное, он полезный. Организм же понимает, когда ему что надо и почему. Хакэджи. 50 рупий, 50 рублей по-нашему, полкилограмма чеснока, уже вот зубчики разделенные. Да, да. Сейчас. Джалебия. Карот. Да. Сейчас, говорит, овощи докупим. Я уже этого наелась. Вот джекфрута. Аккуратно. Тут цветы. Палак. Today or tomorrow? Today. Today. We have half a paneer, да. Купи палака. Я, может быть, сделаю сегодня палак панир. Вроде бы он любит. У нас иногда так. Я объелась там одного, он другого. И не хочется. На 20 рупий 3 штучки. 4 штучки. Давай, давай. Давай сюда. Что у тебя там какое? А, сумки просто. Теперь на джелеби. О, тора. 1 кг onion, 1 кг potato. Only one. 30 рупий килограмм картошки. Дай ей денег. Маркай, Маркай. Окей, окей. У нас, в принципе, как бы хватает. На неделю бы хватило. Так, полкилограмма. How much this? Смотрите, на полкилограмма аж до 5 редисок. Були. 20 рупий полкилограмма. 20 рупий half kg. 20 рублей полкилограмма. Да, да. А, 80 рупий кеджи. Хорошо, бас. Угу. Ну все, достаточно. В каждой лавочке по чуть-чуть. И самое вот самое заманчивое – это джалеби. Ну это то, что Саши любит. Я люблю только, что он радуется этому. А я ем чуть-чуть, совсем немножко. Карлинг, I'm here. Я тут. Даже не подойти, видите, как вот всем нравится. Сетки москитные продают. Нет, мне не надо.
посмотрел с надеждой. Почему-то какие-то потемнее, какие-то посветлее. Видимо, сироп разный. В один сироп что-то добавили. Может, я не знаю, шафран, может. Спасибо. Дарлинг, for 10 рупий, buy flowers, 10 рупий. На 10 рупий купи цветов, просто чуть-чуть совсем. Я буду на 20. Сайрам. Я буду в розовых лепестках купаться. Ну, я даже не в лепестках, я прямо розы накидаю и буду в розах купаться. Еще сделаю мандалу. О, хиджи пришли. Вот это вот в красном платье. Мужчины ей покорно несут. Мужчина мужчине покорно дает деньги. Хиджра. А я-то зачем? Зачем я буду баловать-то хиджру? Не дам я ей. Обойдется. Ну, хотя за съемки можно. Нет, не захотела. Хиджрины. Да, да, we will find other. Лимончики. У нас все еще есть лимончики. Но я не знаю. Я все равно к хиджре отношусь. Они жалостливо к ним относятся или со страхом, не знаю. А я все равно как к мужчинам отношусь. Если бы я с ним там поговорила, поснимала бы, то... Я бы ему денег дала, а так мне как-то так не очень нравится мужчинам деньги давать. А вот у нее по 10 рупий, да? 10 рупий, Иван? До у папа. Так, this and this, окей? Okay? Спасибо, thank you. Thank you. Сайрам. Сайрам, спасибо. Ой, слушайте, ну посмотрите, как это много, какая она умница. Ну теперь у меня будет и мандала, и в розах. Представляете, в розах купаться. I want sweet potato, but I not see. Я хочу батат, сладкую картошку, но я не видела. Darling, buy two. Купи две штучки кукурузы. How much? 15. 15. Они огромные. Так, бери десятку. Нет, я лучше оставлю. Тут для дедушки у меня тут. Коврики. Так, осталось немножко морковки, карат, битрут. What else? Сайра. А? For juice? You like juice? I like, but vegetable juice very good. Он говорит, зачем тебе свекла? Я говорю, для сока, да, томата джус, кэрот джус, морковный, свекольный, томатный сок. Это ж хорошо, правда? Ну вот здесь вот у них такой закоулочек дешевый. Два раза дешевле должна быть морковка.
How much carrot? Carrot kitna? А? 80. 80, 7, да. Ну, хорошее качество, за 80. Ну, давай half kg. Давай ван. Где? Sweet potato. Китна, а? Это не сладкая картошка, это не батат, да? А, нет, да, это не батат. А что это такое? Прикольно. Ну ладно, вот он сейчас килограмм картошки купит. Что-то он как-то много кидает. Это для нас килограмм раз? Вообще прицел сбит. Эк. Я говорю, цветную капусту может. Он говорит, мы с тобой купим, когда захотим есть, если решим вот делать. Но это правильно. Даже с таким большим холодильником все равно не хватает места. Поэтому кое-что надо покупать просто уже перед тем, как собрались приготовить. Ой, смотрите, бычки. Здесь, друзья, не выпускают бездомных коров или домашних. А это как буйволы, да? Буйволы их называют. Они все хозяйские, все привязанные, всех водят на поводочках. Дарлинг, баклажан. I will make different style. I will make you will like. Баклажан, да, давай большой. Большой. How much баклажан? Да, this. How much? 1 kilo 60 rupees. Ага, 1 килограмм 60 рупий. На полкилограмма, говорит. Ага. Я хочу сделать. Да, это думаешь на полкило? Вот видите, за спиной кладбище. Ну, как я видела, вот здесь снимала, даже у меня где-то есть видео. Мусульман хоронили. Это мусульманское кладбище. Потому что индуисты, они по-другому захоранивают. Be careful, be careful. Осторожно. Индуисты, они сжигают, кремируют. А вот мусульманское я видела было погребение. Там сидя, по-моему, даже. Ну что, вроде как почти все, наверное, да? Мы вот уже дошли до конца рынка. Значит, сегодня под вентилятором простыл бедолага. Чуть-чуть расчихался он у меня. Ну, слушайте, ну я сладкой картошки не вижу. Батата-то, или как его звать. Вот в розовом это девчонки, мне кажется, они вот там показывают и какой-то донейшн собирают, каких-то фотографий наклеили и говорят, что вот давайте нам пожертвования. Правда ли они понесут эти пожертвования туда, куда просят? Не правда ли? Тайна мраком покрытая. Ну
вот на шестой этаж опять же теперь все тащить. У нас что, только одно? Так, у нас три, короче, выходят все-таки. Спасибо. Три сумки. Нет батата, вот нигде нет. Я вот сейчас внимательно еду, смотрю. Странно. Вот у нас там на повороте, к нам наверх, есть. Мы видели. Вернее, мы даже покупали. Вич свит. А, давай, давай. Ага, окей. Yeah. Давай, ту. Давай панир. Да. Вот это он называет. Он су панир, папа, окей? Панир. For me, did you buy buttermilk? Давай, баттермилк, панир. Господи, все сыпется, все сыпется. Томаты рассыпались. Ой. Все, мы поехали, друзья. Вот мне кажется, на таких, типа, как более неподвижных постоянных магазинчиках овощных, там есть этот батат. Ну, купим потом, купим. Сейчас не берет ассистента, потому что нам же надо на шестой этаж подниматься, а ему его жалко. Потом вот сегодня он принес мне индийский завтрак и левада, и тоже я говорю, тебе сейчас схожу, принесу. Я говорю, а почему не вызовешь мальчика, не дашь ему заработать? Ну, это же тяжело, ему надо будет один раз за этими судочками прийти, за баночками, один раз прийти, потом вернуть эти судочки. Это говорит, ему тяжело. В общем, остался сегодня ассистент без работы. Без двух работ. Western Union вот тут вот у нас и Exchange Money. Покупали этот батат, сейчас его нету, не вижу. Ой-ой-ой-ой. Ну, если он задолжал механику 30 тысяч,
все равно сейчас эту годовую ренту там половина не сдают, потому что этот локдаун, никто не приехал, не живет. Значит, скорее всего, тут нам его никогда и не отремонтируют. Давай, говорит, будем смотреть правде в глаза. Ой, папочка. Чело, чело, чело. Кто-то что-то перец, что ли, молотит. Все начали кашлять. Прямо аж в горле першение. Подышать свежим воздухом. Thank you. Спасибо. You want I open? No, I open. Ага. Так. Окей. 12. И света все равно нету. Аша хотела прийти и приготовить со мной первый кекс. Манго, бананы. И так, папайю. И, по-моему, это Сюзи, как ее, манка. Ой. Вот. Ой, но без света куда? Без света не приготовишь. Ой. Ну все, друзья, мы отдыхаем. We rest, rest. Now we have to rest. Хорошо, что у нас газ все-таки, потому что это такие заморочки с готовкой. Я знаю, у кого электроплиты часами сидят, опять же, тоже без еды, не могут приготовить.